Карелии повысили пособие для безработных на открытие своего дела. Размер финансовой помощи увеличен до 100 тысяч рублей. За 10 лет почти 5 тысяч человек из числа безработных начали вести бизнес. Культурные центры на колесах появятся в Карелии. Не менее 5 передвижных автоклубов планируют закупить в 2020 году для муниципальных районных домов культуры. Шеф-повара Петрозаводска презентовали национальную кухню Карелии коллегам из России и соседних стран. В Санкт-Петербурге прошел круглый стол «Гастрономический туризм как фактор развития приграничных территорий». Команда Петрозаводской спортивной школы номер 7 завоевала путевку в финал первенства России по мини-футболу. Второй этап первенства среди юношей 2003-2004 годов рождения проходил в Санкт-Петербурге. 23 января в Петрозаводске стартует муниципальный этап всероссийских соревнований «Белая ладья». Участниками станут шахматисты 2005 года рождения и младше. В Петрозаводске на Древлянке появятся две улицы, связанные с ансамблем «Кантеля». Это будут улица «Кантеля» и улица, носящая имя основателя национального ансамбля песни и танца Карелии Виктора Гудкова.